Депутат окружного совета депутатов Олег Цуцков встретился с жителями Успенского. Одной из тем разговора стало благоустройство. Парламентарий отметил, что в прошлом году в муниципалитете в рамках региональной программы привели в порядок 49 дворовых территорий. По губернаторской программе установили 7 новых детских игровых площадок. А в рамках проекта «Народные тропы» благоустроили 27 тропинок. Они появились в тех локациях, где удобно ходить людям.